10 территориальных подразделений по всей стране с главным офисом в Тюмени. Масштаб производственной деятельности компании «Газпром Геологоразведка» впечатляет. Работы ведутся на шельфе ряда морей нашей страны, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Центральной России. С какими достижениями завершают год разведчики недр, выяснял Александр Гришаков. На территории Ямала «Газпром Геологоразведка» начала работать в 2011 году. За это время построено 17 скважин, в том числе 3 на арктическом шельфе, что в целом обеспечило прирост запасов углеводородного сырья более чем на 2 миллиарда тонн. Одним из знаковых достижений стала успешная доразведка на Тамбейской группе месторождений, расположенной на самом севере полуострова при полном отсутствии инфраструктуры. Реализация масштабного проекта позволила увеличить объем газа на Тамбее более чем в 2 раза, что сравнимо с открытием нового газового супергиганта, но его перспективы не исчерпаны. По результатам работ и переобработки данных готовится новая программа геологоразведочных работ на ближайшие 5 лет. Предусматривается строительство несколько десятков геологоразведочных скважин. А в этом году мы начинаем широкомасштабные сейсморазведочные работы 3D на всей группе лицензионных участков. В этом году у нас как раз сейчас выход на территорию осуществляется. Геологоразведка в условиях Крайнего Севера – сложная задача. Чтобы завести оборудование на участке, только в 2018 году компанией было построено 645 километров зимников. Но одним из главных факторов успеха является мощная научно-техническая база. Ведь бурение идет в условиях вечной мерзлоты на глубоких горизонтах. Кроме сурового климата, что еще характерно? В недрах бассейна есть аномально высокое пластовое давление. Это так называемая аномальная флюидодинамическая система. С одной стороны, она очень осложняет проведение геологоразведочных работ. Надо усложнять конструкции скважин, спускать туда много обсадных колонн, утяжелять буровые растворы. Но с другой стороны, там, где есть ОВПД, там обязательно есть газ и газовый конденсат. Сегодня компания работает в 7 из 8 федеральных округов. Одним из важнейших проектов являются исследования в рамках Восточной газовой программы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. И результаты очевидны. На части месторождений, где проведена разведка, уже успешно начато эксплуатационное бурение. Александр Гришаков, Юлия Никифорова, Максим Плюхин. Тюменское время.